Кристальная шахта. Вау, должна быть она красивая, эта шахта. Там опять пиранья. Да скрыт их больше не боится. Ну-ка, ну-ка, что это у нас здесь? Секретик. Секретик с ненужными кристаллами. Вау, смотри, там что, светлячки? Да, прикольная подсветка. На этом бы фоне сделать фотографию. Селфи? Селфи скрыто, да-да-да. Вот я думаю, может он прячет телефон в своем пушистом хвосте. Телефон? У него нету телефона. У него есть только орешки. Он бы, ты знаешь, он продал бы любой телефон за орех. Душу продаст за орех. Ты чё там? Борзый, что ли? Вон там ящиков с кристаллами куча. Даже не знаю, стоит ли собирать. Ну, для коллекции увеличить число. Скрэт, ты чего? А там за эти кристаллики в меню можно купить что-то, да? А, не знаю, потом посмотрим. Зато мы уже основную часть добычи забрали. О, нам куда-то вниз. Топот. Отполировал задницу. Он так забавно орёт, конечно. О, там смотри, что-то светится фиолетовое. А, впереди-то? Там что-то светится, да. Сейчас доберемся и посмотрим, что это такое. Ох, эти жуки, что они тут охраняют? А ну признавайтесь, зачем вы здесь? Что вам здесь нужно? Кто вас сюда поставил? О, давай, катись. Здесь негде катить. Здесь только прыгать. Эй ты, жук-носорог. Вот нельзя жить мирно, а? О! О-о, это что, Диего? Его стая?
Не долетает. Ты уже хочешь нарваться на неприятности? Ну что ты так неуклюжа? Хорошо, я все поняла. Внизу какие-то две ямки тоже. Это суперсосулька. Которая упадет нам на бушку. Эй, товарищи, хватит там наблюдать за мной сверху. Я стесняюсь. Они ждут представления тебя, как и я. И забрать твой пушистый хвост. Чтобы примерить мою пушистую шкурку. Поехали. Горка аттракционная. Кайф, кайф. Мы спускаемся все ниже и ниже. Может быть, там орешек? Эй, да-да, проверь. Упс. Нет, только не это. Хватай, держи. Это самое главное. Вот так, хорошо. Нормально, мы на нем прямо катимся. Главное, не отпускай орешек. Опа-опа! Прохода нет. Прыжок! Орешек! Ос, нормально. Орешек на месте, да. Что происходит? Что-то меня за это... вштырило там. О, ну тут все легко. Главное, чтобы сосуды на тебя не упали. Вон они же сверху висят. А эти розовые не падают? Что тебя всего перекручивает? Там просто по инерции. Мой скрет скатился вниз. Какой тут масштаб, да? Какой бюджет? Ничего себе, как все рушится, ломается. О, а тут уже поспокойнее. Да, теперь уже попроще. Да где музыка, товарищи? Давай ты пой. Ту-туру, ту-ту-ту. Ту-ц-ту-ц-ту-ц-ту-ц. Хотя бы звук орешков есть. Да, больше ничего и не нужно. Мега-сноубордист в деле. Что-то не было никаких боссов, как-то попроще. Да, на этот раз полегче. Ну что, будем качать новый навык? И что же это за навык?
Постой, это третий кристальный орех, это не воз... это... то есть это невероятно? Твоя награда – могущество телекинеза. Ты можешь перемещать боти с кратозона, чтобы достигать новых высот и открывать тайные проходы. Вот видишь, даже вставлять ничего не нужно. Ну а мы-то думали, да, что нужно вставлять что-то. Мы все это время находили их и не знали, что с ними делать. Теперь-то да, можно вернуться ко всем предыдущим уровням и открыть проходы. А ты так умеешь? Ну ты знаешь, да, как-то я бывает пробую управлять предметами, но что-то не получается. Жаль, он поднимать не может. Что, никак? Так у него силёнок не хватает. Я думаю, ничего не открылось. Да зачем ты так далеко высовываешь? Да я хочу посмотреть на максимальную длину. Все, хватит меня мучить, мы разобрались, как это работает. Не, тренируйся и будь мощнее. Вот и конец. Не смотри, не смотри. Не смотри такими глазками на это, да? Да, такая жизнь непростая. Теперь ты стал мощнее, а значит больше работы. Да, да, придется теперь не только телекинез у нас есть, но и прыжки двойные, и полеты через кольца. Да, Скрэйт, твоя судьба нелегкая. Да, ты без орешков. Ты в полной жопе. Я могу это вынуть? Нет. О, наши фигурки. Которые находили. Угу. Мы обустраиваем нашу пещерку. Кажется, мы кучу всего пропустили. Смотри. О, на пробежку. Вот это выход из его дома. Скрэйт, у тебя мозг на месте? Последний кристальный орех спрятан в опасных джунглях. Чтобы достичь успеха, используй все, чему научило тебя путешествие. Джунгли не зовут. Джунгли не зовут. Джунгли и та лава, они наверняка впереди. Джунгли, вы тут? Это что такое? Но ворота закрыты. Какие-то символы. Ты их двигать не можешь? Нет, не могу. По всей видимости, мне не сюда. Да как это не сюда? Не может быть. А вот так.
Обманули? Вот там тоже выдвинуть что-то можно. Хотя, в принципе... А ты попробуй в те символы пострелять. Ну, этими камушками своими. А, кстати, да. Наверное, нужно стрелять в определенном порядке, видишь? Ну и последний выше находится. Ну что ж, видимо, это конец. Интересно, что же ждет нас впереди? И будут ли там джунгли и огонь, скоро узнаем.